Здравствуйте, меня зовут Ольга Олейникова. Я прошла 10-дневный курс обучения учению Григория Горбового в системе 22 приборов ПРК-1У в Белграде. Могу сказать, что главной составляющей обучения было не просто ощутить что-то от приборов, а именно хорошее понимание, хорошее осознание лекции Григория Горбового. Приборы действительно ускоряют концентрацию. Понимание было очень хорошим. Во время перевода лекций я могла повторить те отрывки произведений, которые зачитывались, либо целиком полностью, либо выделить основные моменты из данного отрывка. Марина Морозкина, преподаватель опытный, которая много лет изучает учение Григория Горбового, и очень хорошо, очень точно, правильно могла объяснить технологии, главной позиции в лекции. Семинары получились очень интересными. И вот то ощущение от приборов, которое нам помогло понять, осознать очень многие позиции учения, они воодушевляют. Это когда получается, то, соответственно, приобретаешь уверенность в себе. Это очень здорово, и очень хочется все-таки, несмотря на то, что ощущение – это не самое основное, хотелось бы сказать о своих ощущениях. На 7-й день занятий, когда я визуализировала связь между всеми 22 приборами, мне захотелось сесть ровно, выпрямить спину, и я ощутила необыкновенный поток, сильнейший поток, который держал все мое тело больше часа. То есть для меня это вообще очень необычная позиция. Я ощущала не просто силу этого потока, это было какое-то блаженство, это было что-то, ну, это сложно передать словами, возможно, какие-то есть названия в восточных практиках такого состояния. Я сидела просто, вот улыбалась, мне было очень хорошо, комфортно, но одновременно я очень хорошо понимала все, что происходит, то, что объяснял преподаватель. И я могла, опять же, повторить, да, вот те отрывки, которые зачитывались. И этот поток, я просто ощущала, что он напитывал каждую мою клеточку силой, энергией, мощью. И когда я уже объявили перерыв, мне не хотелось выходить из этого состояния. Я попросила сфотографировать себя. У меня на фотографии получилась на голове сферка видна, светящаяся. Я очень благодарна Марине Морозкиной за замечательный курс семинаров. Я безмерно благодарна Григорию Петровичу Горбовому за возможность находиться вот в этом, вот фактически это свет Бога, это свет вечности, это энергия вечной жизни. И ну, действительно понимание приходит, и то, что мы подключаемся к энергиям, к знаниям Бога, к знаниям Творца, и что у нас есть контакт, и что мы приобретаем уверенность в себе, в своих силах, в своих возможностях. Вот это потрясающе. Спасибо большое, благодарю.